Tiff? Yes, the idea is to have hard discounts for basic of a discounter. We have a fast shopping, we have cheap shopping, and the focus is on the product. Так, успешно. Вот, все. Зелененький огонечек загорелся, сканер готов к покупке. Пойдемте, вы же любите закупаться. Пойдемте. А, Саш, вы нашлись, да? Моя корзина. Ну, это специальное приложение. Специальное приложение, моя корзина. Так, еще сканируем. Оп. Угу. Чай. Взяли товар, взяли. Дальше. Ну все, я уже начинаю беситься, корзине. Все, хватит, надо идти домой. Надо идти домой. Остается нам всего лишь оплатить. Метод оплаты, ну давайте PayPal, да? Я оплатил. Как вы думаете, что будет теперь? QR-код. А куда QR-код? А QR-код, сейчас, потому что кто-то посидит, калитка вообще закрыта, да? Я QR-код просто сканирую, и мы можем выйти. Но мы не вернули тележку. Мы разгрузили товар, мы вернули вот так. Как будто мы товар разгрузили в машину. Нам надо поставить метку обратно в штабе. Давайте попробуем поставить. Господа, господа, я рад очень, что вы нашли друг друга. Мы уже, мы как представители магазина уже знаем, что... И я сейчас возвращаю тележку. Дальше ставим еще систему. Так. Дело в том, что она не увидела, что мы вышли. Ага. Вот то, что если бы была калитка закрыта, когда мы потом вернулись, тележку поставили, сканер погас уже, мы все вернули, и нам вот и...